И вот эту тарелку помой, пожалуйста. Серьезно, я только что всю посуду перемыла. Вот почему я сегодня согласилась помогать тебе? Потому что ты мне проиграла целый день помощи. Или ты забыла? Ты мне проиграла целый день помощи. Достала, ей-богу. Фух, наконец-то все. И пыль протри, пожалуйста. Что? Ненавижу пыль, у меня вообще на нее аллергия. А, и заодно убери игрушки Николая. И активнее, не вижу радости в глазах. Какая здесь радость, это же надо было проспорить целый день помощи. Целый день как домоработница хожу. Что ты там бормочешь? Ты мне обещала, все честно. Ну ладно, не кипятись, все сделаю. Ох, это надо же было так игрушки раскидать, весь в Сашу. Сколько же игрушек, неужели в это все можно поиграть? Это что такое? Какая-то очень странная игрушка. Кукла Вуду. Настоящая кукла Вуду? Это та, которую вот если в нее потыкать, то человек, который на нее похож, почувствует. Да не, бред какой-то. Зачем она Николаю? Ксюш, ну что там долго-то так? Еще пол не мытый. Ну ладно, стоит попробовать. Вырежу Ане на лицо и приклею на куклу. Будешь знать, как командовать. Теперь надо закрепить. Ну что, теперь ее надо как-то подергать, посмотреть, сработает ли. Куда Ксюша делась? Даже игрушки не смогла убрать! Что происходит? Вся дергаюсь. Что? Вы слышали, Аня сейчас что-то сказала? Попробую ее пощекотать. Ай, блин, что ж так щекотно-то? Работает. Кажется, пришел конец уборки и начало веселым пранкам. Ань, ну как у тебя дела? Да нормально у меня дела, только что-то не так. Это еще цветочки. Сейчас ты у меня по-настоящему попляшешь. Алиса, включи музыку. Что это такое происходит? Куда ноги мои двигаются? Не поняла. А руки? Почему руки тоже? Мамочки, что это вообще? Ух, Ксюш, что-то происходит. Ты что, перегрелась? В смысле перегрелась? У меня руки и ноги сами куда-то в пляс пускаются. Может, судорога? Ты вчера, мне кажется, перезанималась в спортзале. Чё так дергунчик какой-то? Ничего не пойму. Полежу. Я получила полную власть над Аней. Настоящая кукла Вуду. Правда, как она оказалась у Николая? Это уже второй вопрос. А что, если ей разрисовать лицо? Сейчас ты узнаешь, что значит заставлять меня убираться. Ай, 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 что так щекотит? Да что вообще происходит? Ань, что-то случилось? Да что ты смеешься? У меня все лицо чешется! А на твоем месте я бы посмотрелась в зеркало. Что там? Жесть! Что это такое? Откуда это вообще взялось? Кошмар! Мистика какая-то! Ань, ну тебе же идет розовый, ну че ты? Да что смешного-то? Надо бояться, у нас в доме что-то поселилось. И оно, ты посмотри, что со мной делает. И рот, и глаза, у меня все разукрашено. Я же не сама это сделала. А руки вот так вот. Я боюсь. Да ладно тебе, не переживай ты так. Ну-ка, тихо. Чего? Что это такое? Это что? Ничего нет, дай мне сюда ее! А ничего нет, что давай?
только нет никакой тряпочки. Я же вижу, что ты что-то прячешь за спиной. А ну показывай. Ну вот, эта куколка нашла в игрушках Николая. Дай сюда. А почему на ней моя фотка? Я ее такую уже нашла. Это похоже на куклу Вуду. Это ты целый день мной управляешь? Да нет, как ты о таком могла подумать? Ну, если только чуть-чуть. Совсем с ума сошла? Так делать нельзя! Да я куклу Вуду в первый раз в своей жизни вижу. Вот и решила попробовать. Кого-то бы ты так не сделала бы. Ну и что? Работает? Ну да, результат налицо. Разукрасила меня еще. Надо ее немедленно порвать. Не-не-не, ты что? Ну ты посмотри, какая она классная. К тому же это игрушка Николая. Ты что, усыновленную игрушку что ли заберешь? И вообще, может быть сейчас с тобой что-то случится. Да, ты права. Лучше, наверное, с ней ничего больше не делать. Хотя, ты сможешь делать всякие дурацкие приколы. Клянусь, не буду. Ну да, знаю я тебя. Короче, я ее спрячу. Закрой глаза и не подсматривай. Я сказала, не подсматривай. Да не смотрю. Все, можешь поворачиваться. И желательно попроси у меня прощения. Ну ладно, Ань. Ну правда, некрасиво получилось. Надо было тебе рассказать. Ладно, прощу тебя. Но только когда устрою маленькую месть. Сейчас ты у меня попляшешь. Разрезала нашу любимую фотку. Ну, держись. Нет, но все-таки Вуду классная вещь. Надо будет потом ее найти и оставить себе. Что бы такое придумать? О, отличная идея. Что там? Аня, нас соседи топят! Да, они уже не раз так делали. Опять, наверное, трубу прорвало. Ну так неси тряпку скорей. Непонятно даже, откуда течет. Конечно, Ксюш, уже иду. Интересно, что будет, если засунуть ее в стиральную машинку? Перебор! Наверное, перебор! Как быстро пошла! Как ее остановить? Я не могу остановить эту программу! Ладно, пора предпринять решительные меры, а то я уже начинаю за нее переживать. Ксюш, все нормально! Вода перестала капать! Погоди, ты что, куклу не спрятала? Как не спрятала? Спрятала? Аня! После стирки полагается сушка! Отдай куклу! Не отдам! Это мое! Не отдам я тебе куклу! Нет, отдай куклу, я ее первая нашла! Вот и нет, она мне нравится! Вообще ты обещала ее спрятать! А что это спрятать? Вот я и спрятала от тебя подальше! Девчонки, что происходит? Да ничего! Эй, куда взяла? Стой! Саш, да долго объяснять, что тебе все рассказывать, Ксюша! Ничего не поняла, криков-то было! Вот, Аня, мы же договаривались. Ну все, держись. Ну, держись. Ледяные ванны еще никому не мешали. Аня, что у вас произошло? Ты можешь рассказать? Да не скажу я тебе! Что-то холодно стало. Тебе нет? Да нет, жара на улице. Ты чё? Да холод какой-то вообще. Что-то я вся продрогла. Нет. Ты не заболела? Не знаю, мне очень холодно. Саш, давай помогай согреться. Анечка, ты чё? Ты меня пугаешь. Очень холодно, очень. Бедняжка, что такое? Я не понимаю сама. Ладно, не буду ее мучить, а то еще заболеет. Устрою-ка ей контраст. Опа, резкий перепад температуры. Давай, может, врача вызовем? Озноб, это, может, у тебя температура? Да хватит уже тереть, жарко стало. В смысле жарко? Тебе минуту назад холодно было. Давай, маши. Чем махать? Надо...
Надо скорую звонить! Ксюх, Саня, что-то случилось! Жарко! Да что же ты сидишь, жара такая! Все окна открыть надо! Воздух! Что? Ксюша! Что, Ксюша? А ну стой! Ну если не хочешь открывать, тогда вот пеняй на себя! Она у меня сейчас попляшет! Где кукла? Ну все, Ксюша, держись! Сейчас ты у меня окажешься в соленом море! Ой-ой-ой! Что это такое? Почему я соленая? Фу! Боже мой, что это? Что случилось? Интересно, сколько раз она чихнет? Фу, господи, ужас какой! Господи, это я еще... Это откуда взял? Жесть! Ой, нос чешется! Горло чешется! А голова кружится! 9, 10, 11 Ксюша чемпион по тихам! Аня, положи куклу на место! Добавим огоньку! Нет, только не мой волос, я их отращивала! Эй! Эй! Ты куда? Все, Ань, хватит этих игр! Это вообще какая-то вещь ужасная! Нет, нет, давай я предлагаю ее выбросить! Зачем она нам... Нет! Но мне она нравится! Зачем же ее выбрасывать? Ну хватит! Ну мы ж так никогда не договоримся! Во! Ну, мое! Ну нет, не твое! Все! Нет, у нас больше куклы Вуду. Ну и хорошо! Откуда она вообще взялась в нашем доме? Я нашла ее в игрушках Николая. Саш, иди сюда! Что случилось, девчонки? Слушай, а ты куклу не видел такую, ну, странненькую? А, такую вязаную, да? Ну, так мне это вчера в переходе бабка подарила. И ты взял ее у незнакомого человека и решил Николаю дать поиграть? Ну так она такая миленькая бабуська была, да и кукла сама такая классная. Кстати, где она? Саш, ну ты это, в переходе больше ничего не бери. Тем более у незнакомых бабулек. А что такое-то? Куклу мне верните. Ну что, ребята, как вам сегодняшнее видео? Понравилось или нет? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на наш канал. И на все наши соцсети. Всех обнимаем и любим. Ставь лайк и подпишись на наш канал.